Производственно-коммерческая фирма «Кристалл» на протяжении 20 лет работает на российском рынке. Основная деятельность компании – это разработка и производство машин термической резки металла с числовым программным управлением. Такие машины востребованы в различных отраслях промышленности, как на заводах, выпускающих серийную продукцию, так и на индивидуальных штучных производствах малого бизнеса и в учебных центрах. ПКФ «Кристалл» обладает собственными производственными мощностями общей площадью 3500 квадратных метров. На заводе осуществляется полный цикл производства машин термической резки на собственном высокотехнологичном оборудовании, начиная от раскроя металла, обработки деталей, сварки, производства электронных компонентов и заканчивая сборкой, отладкой и поставкой готовой продукции заказчику. Завод «Кристалл» производит машины термической резки собственной разработки. Конструкторские решения, технологии производства, электроника и системы ЧПУ – все это ноу-хау компании «Кристалл». Их разработка ведется с применением современных систем автоматизированного проектирования с обязательными испытаниями каждого изготавливаемого изделия, что позволяет обеспечить высокое качество и надежность выпускаемой заводом продукции. Компания осуществляет выпуск как серийного оборудования, так и производство специальных машин по индивидуальным заказам. Исходя из потребностей заказчика, ПКФ «Кристалл» подбирает комплектацию машин, оборудования и технологической оснастки из компонентов собственной разработки и производства или других ведущих мировых производителей. Компания «Кристалл» осуществляет сервисное обслуживание реализованных машин и поддержку клиентов на всем жизненном цикле продукции. Заказчик может рассчитывать на наличие запасных частей и расходных материалов собственного склада завода «Кристалл», обеспечение оперативного гарантийного и послегарантийного обслуживания, обучение персонала. Производственные мощности и головной офис компании находятся в крупнейшем промышленном и экономическом центре России, городе Санкт-Петербурге. Машины «Кристалл» поставляются далеко за пределы северной столицы, по всей территории России и странам ближнего зарубежья. В настоящее время более 400 машин «Кристалл» используются на различных предприятиях России, среди которых ведущие промышленные заводы и предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности. Применение машин термической резки «Кристалл» дает возможность предприятиям российской промышленности осуществлять резку металлов на мировом уровне, повышая качество и минимизируя сроки изготовления выпускаемой ими продукции.